Йоу, ребята, всем привет, меня зовут Денис, и я люблю бегать. Ну как люблю, я не особо прям большой суперфанат, но получилось так, что я бегал весь прошлый год, каждый день. В 2020 году я решил, что я буду бегать каждый день, и с тех пор я пробежал 838 дней подряд, без остановки, без отдыха, и это было круто. На днях я услышал такую фразу: лучше быть в чем-то постоянно хорошим, чем время от времени великим, либо суперклассным. И я понял, что это очень классная фраза, и она имеет смысл быть. Мне кажется, что она даже неплохо описывает меня в каких-то из сфер моей жизни. Например, тот же самый бег. Я не какой-то суперклассный бегун, я не супербыстрый, я не бегаю очень много, я не пробежал кучу марафонов. Я просто бегаю каждый день. Я просто постоянен в этом. Я не задаюсь вопросом, когда мне пойти на пробежку. Сегодня, или может быть через день, или может быть на следующей неделе. Нет, я понимаю, что это каждый день. Я каждое утро просыпаюсь, и я понимаю, сегодня день бега. И я понимаю, что пробежав один раз полумарафон, либо даже марафон, я не стану каким-то супер-мега уверенным и крутым бегуном. Но даже если я пробегу по 2-3 километра каждый день на протяжении всего года, вот тогда я точно буду намного более уверенным бегуном. И на самом деле я даже могу себе навредить, если я пробегу марафон, либо просто какую-то длинную дистанцию, без того, чтобы быть постоянным до этого, без какой-то подготовки. Вот я и подумал, что постоянство лучше каких-то рекордов, постоянство даже в малом лучше каких-то супер больших побед. И я это стараюсь применять по жизни, и бег одна из тех сфер, где я это делаю. А я думаю, что я еще запишу отдельное видео, может быть даже не одно, о том, что в целом дает мне бег, и почему я решил бегать, и почему я решил бегать каждый день. Но сейчас не об этом. Сейчас я просто хотел порадоваться за меня, возможно, и вас, за предыдущий год. 2021 год закончился, начинается 2022. Классное время, чтобы подвести итоги. Я вот недавно сидел, ехал в автобусе и вспоминал, какой у меня был 2021 год. И я понял, что как минимум в сфере бега для меня этот год был хорошим, постоянным, и я доволен. Я поставил новую цель на Новый год, что я хочу продолжать бегать каждый день. И если я буду продолжать это делать и не пропущу ни одного дня, то в этом году у меня будет важная дата, это 1000 дней ежедневного бега. И это будет прям круто. И тоже, если у вас есть какие-то сферы в вашей жизни, в которых вы бы хотели развиваться и быть постоянным в 2022 году, можете написать в комментарии, я буду рад прочитать, узнать. Может быть, мы бы могли друг друга поддерживать, мотивировать и быть подотчетным в этих сферах. Все, до скорых встреч, ребят. Bye!